Для приготовления мне понадобится теплая вода, мука, сахар, яблочное повидло, у меня домашняя заготовка, растительное масло, щепотка соли, разрыхлитель и какао. В теплую воду добавляю щепотку соли, сахар и хорошо перемешиваю до растворения сахара. Когда сахар растворился, добавляю яблочное повидло, перемешиваю и вливаю растительное масло. В муку всыпаю какао, разрыхлитель и хорошо перемешиваю. Порциями добавляю муку в миску с водой и хорошо вымешиваю. Получается вот такое тесто. Готовое тесто раскладываю по формочкам. Можно выпекать без начинки, они все равно будут вкусные, но мы очень любим с начинкой банан, вишня, орехи. Сегодня у меня банан. Один банан разрезаю на кусочки. И если выпекаю кексики с начинкой, тогда в каждую формочку кладу по столовой ложке теста, раскладываю начинку и сверху кладу еще немного теста. Сразу включаю духовку разогреваться до 180 градусов. Кексики выпекались ровно 25 минут. Готовность, как всегда, проверяю шпажкой. Вынимаю кексики из формочек и оставляю до остывания. Кексики можно просто присыпать сахарной пудрой, но сегодня я их украшу празднично кремом кондитерским. Он состоит только из растительных жиров, очень хорошо взбивается, и его спокойно можно употреблять в пост. Кексики получаются мягкие, нежные, сочные, ароматные, очень похожи по вкусу на брауни. Готовить их одно удовольствие, без миксера, без дорогих продуктов, а результат очень радует.